арестован убийца мужчины в микрорайоне Снежный. Подробности преступления нам рассказали в региональном управлении Следственного комитета России. Утром 23 июля текущего года прохожие обнаружили на улице 30-летнего мужчину в крови, срезанной раной горла. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В короткий срок сотрудники следствия и уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в преступлении. По версии следствия, ночью с 22 на 23 июля после распития спиртного между двумя знакомыми произошла ссора. Испытывая неприязнь к приятелю, 28-летний калмычанин нанес ему не менее одного удара ножом по горлу. От полученной раны 30-летний мужчина скончался на месте. К данному моменту задержанному предъявлено обвинение. Он допрошен по обстоятельствам уголовного дела. По ходатайству следствия Магаданским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.